идем. Вот у Роберта интересные видоизменения. У Роберта что-то новенькое. Во-первых, сам стал залазить к полочке и выбрать книжку в руки и разглядывать. И еще немножечко стал катать машинку. Что-то до этого у него именно самого не получалось катать. И ему, конечно, нравятся книжки вот с такими толстыми страничками. Ему нравится именно так вот перелистывать. Но понравилось ему не очень давно, вот буквально в течение последней, может быть, недели, что он сам берет книжку в руки и начинает ее листать. И вот здесь еще картинки раздвигаются. Что спасает от пожара. Пожарная машина. Не могу сказать, что ребенок может это открыть сам. Но картинки такие очень простые. Не мельтешит ничего. И может быть поэтому ему нравится. Может плотность страниц. В общем, он как всегда серьезный и задумчивый. Роберт. Та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та-та. Та-та. Расскажи, Снегурочка, где была? Расскажи, Камила. А еще, мне кажется, ты уже почти перерастаешь 80 сантиметров, и нога у тебя уже... Такая здоровая, надо померить, кстати, какой размер тебе покупать обуви, когда ты начнешь ходить. Ну вот, 18 тебе уже точно, но скорее вот 20 или 21. Не знаю даже, как это делать, в магазин, что ли, с тобой ходит. Он любит посидеть просто сам и поковыряться. Особенно после еды. Ему, в принципе, никто не нужен. Он просто сидит и ковыряется.